Спортсменка Южинского спортивного клуба «Химик» Анастасия Тодорова стала победительницей этапа Кубка мира в Сегеде. 26-летняя гребчиха стала первой в олимпийском виде программы гонки байдарок четверок на олимпийской дистанции 500 метров вместе с Марией Кичасовой-Скорик, Людмилой Куклиновской и Марией Пов. Победный результат в финале составил минуту 33,86 секунды. Еще одна спортсменка, представлявшая Одесскую область на этих соревнованиях, Юлия Колесник, ФСК «Химик», заняла четвертое место в каноэ-двойке на дистанции 200 метров вместе с Анастасией Четвериковой. Это был первый и единственный в этом году международный старт сборной Украины, которую возглавляет воспитанник «Химика», двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Украинские гребцы завоевали 8 медалей – 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые – и заняли 6-е место в медальном зачете. Напомним, что Анастасия Тодорова и Юлия Колесник являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2020. На Олимпиаде в Рио-16 Анастасия заняла 4-е место в 2 видах программы. Медаль говорит сама за себя. Хочу сказать спасибо большое всем родным, близким и также само всей Украине для того, ну, те, кто сидели перед телевизором, переживали, потому что это сидеть перед телевизором намного сложнее, чем гребсти. Поэтому спасибо вам.